Всем привет! Вы на канале Чудо-огород, коротко и ясно. С вами Лариса. Сейчас полным ходом начинается подготовка к следующему сезону. Я хочу очень быстро рассказать о новых стаканчиках, которые очень-очень дешевые. Вот это называется полиэтиленовый рукав для рассады. Он продается на развес в бобине примерно 10 килограмм. Нарезаю примерно по 14 сантиметров в длину. А ширина стандартная, выбирайте сами. От 9 сантиметров и до 30. Наполняю землей. Вот так вот подворачиваю. И с помощью дощечки, переворачиваю. Получается очень много. Это очень удобно, дешево. И кто занимается выращиванием большого количества рассады, это находка. Вот такой вот стаканчик подгибаю. И он не развернется. Очень плотно составлю в лотки. Вот такое удешевление процесса. Желаю всем удачи. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Самое интересное впереди. Остатки урожая. Самые живучие оказались кубинский перцевидный томат, сержант Пеппер, безумие Кэссиди, большой полосатый габан, Казанова тоже очень хорошо хранится. Вот такой кубовидный, он полый внутри. Шерстяное синее вино тоже очень долго хранится. Плотные и красивые. Еще раз пока.